Всем добрейшего настроения. Такая вот я яркая сегодня. Вот, вышли с Сенькой на прогулку. У нас 11 градусов с утречка. Днем-то прогревается, все-таки солнышко греет. Вот. И днем где-то до плюс 20, а с утра 11 градусов только. Холодно. Да вообще дубарь. Сейчас приду, поставлю бульон варить. Вот. Делов у меня сегодня очень много. Надо и убраться, и приготовить. Потом полноценный обед. Первый, второй, третий. Вот. Фаберлик получить. Пятерочку получить. И еще поработать надо. Успеть. Божечки, ты мои. В общем-то, вот такая вот я гиперактивная сегодня буду. Дай бог выжить после такой активности. Но скажу честно, я уже не вывожу. Я настолько занята рабочими делами и какими-то другими, что на личный аккаунт у меня сейчас остается все меньше и меньше времени. Ну, поэтому я буду пропадать периодически. Вот. Помимо того, что работа, личный аккаунт, еще и надо отдыхать иногда просто. Иначе у меня, мне кажется, крышняк уедет. Вот. Поэтому, если кого-то очень сильно-сильно напрягает, что я кого-то не лайкнула, там, не написала комментарий, не отреагировала на сторис, ну, не лайкайте, не реагируйте на меня, ну, боже ты мой. Вот. Вот и все. Потому что я не всегда могу все. У меня не хватает сил.